Инженер. Профессия, с помощью которой мы сейчас ездим на машинах и летаем на самолетах, а не передвигаемся на гужевой повозке с ограниченной скоростью. Молодые инженеры, получившие классическое университетское образование в России, это большая надежда всей страны. Российский университет дружбы народов выпустил студентов инженерной академии. Для меня это очень важный и особенный день. Когда я выходила на сцену, когда мне вручали диплом, меня переполняли чувства радости, счастья, удовольствия. Наконец-то я смогла это сделать. Спустя 4 года упорного труда, усилий, которые были приложены, чтобы получить красный диплом. Я очень рада, что я получил диплом сегодня. У меня все прекрасно сегодня. И у меня сердце остается здесь, в России. И я очень благодарен, что я учился в РУДН, и РУДН – это очень хороший университет в России. За годы учебы в Инженерной академии РУДН студенты приобрели уникальные знания, смогли принять участие во всероссийских и международных научных конференциях, прошли практику в исследовательских институтах и лабораториях. Правда, не для всех достаточно только получить степень бакалавра. Буду продолжать учиться в магистра и специальность архитектора. И пусть либо работает, либо учится, но пока ждет ответ от университета. Своим выпускникам РУДН дает большие возможности приобрести высокий уровень знаний, найти новых друзей с разных континентов. Поздравить молодых инженеров пришли друзья, коллеги, преподаватели и почетные гости университета. Со сцены в этот день звучали слова благодарности от выпускников и их родителей. Телевидение РУДН. Новости.